Я приветствую вас на телеканале «Твой Голд». В эфире программа «Профессион» и я, ведущая Светлана Целищева. Уже стартовали предновогодние приготовления. Все готовятся, подбирают новогодние наряды, готовят праздничное меню, заказывают праздничные фотосессии. Некоторые рассматривают варианты новогодних путешествий и в целом досуга на длинные праздники. Ну и, конечно, именно сейчас самая горячая пора поисков подарков любимым людям, близким друзьям, партнерам и родственникам. В общем, приятные хлопоты в самом разгаре. Для женщин, которые планируют отмечать праздники в светском обществе, очень важен выбор наряда, который бы подчеркнул ее индивидуальность и позволил бы чувствовать себя комфортно на протяжении всей новогодней ночи. В этом случае стилисты советуют выбирать платье идеального кроя, желательно, чтобы ткань не сильно мялась и держала форму. В год огненного петуха отдавайте предпочтение ярким и броским цветам. И не забывайте об украшениях, которые в новогоднюю ночь будут уместны как никогда. И не обязательно обвешивать себя драгоценностями. Сегодня выбор дизайнерской бижутерии не менее интересен, да и цены на бижутерию более доступны, чем на бриллианты. Можно, конечно, заказать платье у дизайнера, можно шить самой свое авторское платье, а можно потратить несколько часов и выбрать платье в бутике или в торговом центре. К тому же выбор в настоящее время вполне достойный. Смотрите программу «Профэшн» и оставайтесь в курсе самых свежих трендов и новостей с мировых подиумов.